Сквер Лимаева, Красный Ключ, парк «Семья», городская мечеть и много других достопримечательностей теперь могут увидеть не только нижнекамцы, но и люди по всей России. Это благодаря онлайн-экспедиции, которую создали ученики 37-го лицея под чутким руководством своего преподавателя. 15 учащихся нашего лицея приняли участие, они выступали в парах индивидуально, выбирали свои объекты по городу и выстроили их в просветительский, этнокультурный, экскурсионный маршрут по городу Нижнекамску. Ребята выбирают любой понравившийся объект в своем родном городе и рассказывают про него на большую аудиторию. Я выбрала объект «Ледовый дворец» Нижнекамска, потому что, более интересное место для меня. Дарина упомянула не только про сам «Ледовый дворец», но и рассказала про хоккейный клуб «Нефтехимик». Сборная команда нашего города «Нефтехимик» функционирует с 1968 года и входит в состав КХЛ 2008 года. Мне очень понравилась наша проделанная работа. Остались очень яркие воспоминания. Я рад тому, что мы победили. Эрик выбрал другой вид спорта – футбол. В Чулман-арене занимаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы, футбольного клуба «Нефтехимик» и не только. Проект учеников 37-го лицея посмотрели около миллиона пользователей, оценили и профессионалы. Ребята стали победителями всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». Ученики старших классов лицея номер 37 уже на протяжении пары лет популяризируют наш город на всероссийском уровне. И делают это они с большой гордостью. Эдуард Миникаев, Максим Липин, Новости НТР.